Баку вновь станет площадкой для крупного международного мероприятия. На этот раз речь идет о конференции Общества музыкального образования ИСМЕ. Как ожидается, в ней примут участие около 500 специалистов из разных стран мира в области музыкального образования. Что ожидается в рамках конференции, смотрите далее. На следующей неделе Баку примет несколько сотен специалистов в области музыкального образования из США, Австралии, Китая, Японии, стран Европы и Африки. В столице состоится 33-я Всемирная конференция Международного общества музыкального образования ИСМЕ. Изначально конференцию планировалось провести в Турции, однако затем планы изменились. На самом деле конференция должна была состояться в турецком Стамбуле. Однако ввиду некоторых проблем мы решили провести ее в братском Азербайджане. Сходство в музыкальном образовании и культуре, и, конечно же, наши дружественные отношения послужили хорошей почвой для того, чтобы 33-я конференция прошла в Баку. Конференция Международного общества музыкального образования проводится каждые два года. Впервые конференция ИСМЕ была созвана в 1953 году по инициативе ЮНЕСКО с целью стимулировать музыкальное образование. Сегодня ИСМЕ объединяет более чем 80 стран и является составной частью Международного музыкального совета ЮНЕСКО. Конференция впервые проводится в тюркской стране, в Азербайджане. Это наглядно демонстрирует авторитет и развитие Азербайджана, а также значимость, которую страна придает искусству, культуре и музыке. Площадками для проведения конференции будут служить Азербайджанская национальная консерватория, дворец Гейдара Алиева и Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибели. Проведением международного форума занимается специально созданный организационный комитет. Программа конференции разделена на две основные секции – международная и тюркская. Наша цель – обеспечить и сохранить в рамках конференции музыкальное образование тюркских народов, чтобы его знали во всем мире. Кроме того, согласно Международному обществу музыкального образования, с 4 по 7 сентября 2019 года в Стамбуле пройдет региональная конференция, и информация об этом впервые прозвучит на нашей конференции. Название предстоящей конференции – «Три моря» – Средиземное, Черное и Каспийское море. Одна из самых значимых конференций в мире в области музыкального образования пройдет в Баку с 15 по 20 июля. В рамках конференции состоятся концерты, форумы, симпозиумы, презентации и воркшопы. Фарида Шалва, Намик Гасанли, CBC.